Всем привет! Сегодня хочу показать вам квартиру 2 плюс 1 в новом строящемся комплексе в районе ТЖ. 300-350 метров от моря. И сдается в эксплуатацию через месяц. Давайте покажу вам сначала территорию этого комплекса, так как она очень красивая, уютная территория. И далее пойдем посмотрим квартиру. Квартира 2 плюс 1. Выходит она у нас на западную сторону. Сейчас покажу вам. Это у нас прихожая. Вот такой вот входной шкаф, вместительный, большой. Далее проходим в гостиную, совмещенную с кухней. Вот такая вот у нас кухонная зона. Здесь за дверью ниша под холодильник. И дальше зона гостиной. Такая вот гостиная. С гостиной у нас имеется выход на балкон. Балкон большой, глубокий. Имеются все выводы под газовый котел. Дом новый, газифицированный. За балконом вот такие виды у нас. Так, проходим. Напротив входной двери у нас находится первая детская спальня, вот такая. Дальше по коридору первый санузел. Такой вот хороший санузел. Просторная душевая кабина. И далее родительская спальня. Вот такая. В родительской спальне также есть свой родительский санузел. Полноценный санузел с мойкой, с душевой, с унитазом. Такой вот санузел. Напоминаю, что в этом доме аналогичные квартиры на продажу есть две. На первом высоком и на 11 этаже. Это у нас подъезд. Вот такой большой подъезд. Два лифта. Наша квартира 2 плюс 1 торцевая. У нас здесь это шоурум, готовая квартира, входная группа вот такая вот. На продажу у нас имеется такая же квартира, но на первом высоком этаже. Так, заходим. Здесь у нас зона кухни, большая кухонная зона с белыми фасадами. И дальше гостиная. Дом газифицирован. Сдается в эксплуатацию через месяц. Это у нас территория комплекса. Такая вот красивая зеленая территория с бассейном, с беседкой, детская площадка. До моря примерно 350 метров. Вот оно море. И вот сюда приезжает на площадку каждую субботу рынок фермерский. Балкон. Хороший, глубокий балкон. Примерно 13-14 квадратных метров у нас балкон. И, кстати, квартира будет вот с такой террасой. Так как квартира на первом высоком этаже, она продается с террасой. Смотрим дальше. Проходим по коридору. Здесь у нас родительская спальня. Такая большая родительская спальня. Примерно 15 квадратных метров. Гардеробная. Родительский санузел.
находится общий санузел. Такой вот большой тоже. Квадратура где-то, наверное, квадратов 6. И детская комната. Здесь тоже детская комната выходит на две стороны, на восток и на юг. Вот здесь вы можете видеть море. Вот такая квартира у нас имеется на продажу. 2+1.